знаете, у меня узкие какие-то штаны. Я попозже расскажу, почему. Для пародии хорошо. Ну, не укладывается туда юмор вообще, понимаете? Я уже так взял, потому что там под английский язык все рассчитано, конечно, мелодия. И получается, текстик такой, ну, так себе. Что, типа, рыбак, ну, вы слышали, речки, много рыбы, ля-ля. Я в какой-то момент решил, что если так сложно, я себе еще усложню задачу. И решил сочинить слова на эту песню так, чтобы туда вошли все самые сложные фамилии популярных норвежцев. Ну, я сейчас воспроизведу этот, так сказать, экспериментальный текст, но я его без музыки, потому что с музыкой там вообще ничего не понятно будет. Генрик Ибсен и Бьерндален, Амундсен, Руаль и Грик, этой славы не видали, и Гамсун, Кнут и викинги из книг. Эдвард Мунк писал картины, представить он не мог никак. Родину его прославит.